Всем огромный привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусную и простую школьную пиццу. Итак, первым делом займемся тестом. Берем теплое молоко, сюда добавляем теплую воду. Отправляем сухие быстродействующие дрожжи. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1 чайная ложка. Перемешиваем. Сюда отправляем растительное масло. И сразу отправляем муку. У меня 600 грамм муки. Вы берите 550 и добавляйте уже по необходимости. Потому что мука у всех разная. Замешиваем тесто около 7 минут. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Накрываем пленкой. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место без сквозняков на 1 час. Тем временем займемся начинкой. Сыр моцарелла 300 грамм, вареная колбаса 300 грамм и копченая колбаса 300 грамм. Все натираем на крупную терку. Здесь можно смешать и вареную, и копченую колбасу в одну миску. Берем 100 грамм майонеза, 100 грамм кетчупа. Опять все хорошо перемешиваем. Тесто у меня подошло. Присыпаю рабочую поверхность мукой. Буквально чуть-чуть домешиваем тесто и делим его на 12 ровных кусков. И катаю из них шарики. Из шариков мы делаем лепешку. Все это делаю с помощью рук. Можно помочь скалкой, но руками более быстрее. Делаем круги диаметром около 12-15 сантиметров. Все это выкладываем на пергамент, смазанный растительным маслом. Накрываем пленкой, убираем в теплое место на 20 минут. Через 20 минут тесто подойдет, и теперь нужно аккуратно пальцами прижать среднюю часть, оставляя края нетронутыми. Вот таким вот образом. Делаем это прямо на противне. Теперь все щедро смазываем кетчупом с майонезом. Опять же, мы не трогаем края, а только середину. И далее выкладываем колбасу. Как я сказала, можно соединить вареную колбасу и копченую колбасу, как вам нравится. Просто у меня один ребенок ест только вареную, другой ребенок ест только копченую. Шикарные пиццы можно давать детям с собой в школу. Тем более вы знаете, из чего они сделаны. Сверху я посыпаю сыром. Далее нужно будет все хорошо смазать. У меня смазка — это 1 желток плюс 1 столовая ложка молока. Все хорошо перемешиваем и смазываем кисточкой. Все это выпекаем около 20 минут в духовке на 180 градусов на среднем уровне. Получаются вот такие шикарные пиццы. Запах стоит обалденный. Конечно, до школы они у меня не доживают. Дети съедают их моментально. Вкусно, просто. И аппетитно. Колбасу можно использовать вашу любимую. Но сыр желательно использовать только моцарелла. Приятного вам аппетита! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Еще больше рецептов вы найдете на нашем канале. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, нам будет очень приятно.